Была в отпуске полмесяца, меня не было. Вот в таком состоянии у меня сейчас Йорка, вся скатанная. Не знаю, смогу я это все прочесать или нет. Везде колтуны. Но если не смогу, значит придется стричься. Ну что, друзья, я победила. Полностью распутала. Расчесала. Не без потерь, конечно. Нанесла масло. Ну все, мы помылись окончательно. Расчесались. Какая у нас красота. Берегите своих хвостиков. И с наступающим всех крещением. Мелани. Мила.